Еще один шаг к сохранению природы сделали и дети. На этой неделе жюри подвело итоги конкурса рисунков, объявленного редакцией «Газовика Инфо». Творческое состязание прошло под эгидой Всероссийского фестиваля «Вместе ярче». За месяц мы собрали целую галерею работ, посвященных энергосбережению и экологии. Авторами 27 креативных рисунков стали дети работников подразделений «Газпром добыча на дым». Кто из художников получил высшую оценку жюри, знает Анна Пирогова. А тут вот посмотрите, как... Материал хотела показать, и облачка, и радуга, и стекло, солнце отражается. Что внутри этой... это так солнце отражает? И не сразу поймешь, насколько далеко увело воображение юных талантов. К тому же тема-то не самая детская. Но мастерам карандаша и кисти удалось умело перенести на бумагу свое представление о технологиях энергосбережения и экономном потреблении природных ресурсов. Экспертам пришлось непросто. Предпочтение отдавали оригинальной идее, художественному исполнению и соответствует теме. Важно, что с самого раннего возраста родители и сами дети понимают необходимость энергосбережения, сбережения и защиты охраны природы. Большое очень разнообразие техник и аппликации, и гравюра, и акварель, гуашь, смешанные техники. Очень трудно выбрать что-то, призовые места. Вообще детей очень трудно судить. Долгая дискуссия все же привела к компромиссу. Жюри определили лидеров в трех возрастных группах – до 5 лет, с 6 до 10 лет, с 11 и старше. Еще трем участникам присудили победу в специальных номинациях журналисты редакции. Под аплодисменты родителей призеры получили подарки и дипломы на церемонии награждения. Среди самых маленьких творцов победителем стал Женя Сущенко. Его стильные абстракции покорили жюри, ровно как и детская непосредственность. С папой рисовал лампочку. С папой. А ребята постарше удивили экспертов пониманием сути бережного потребления ресурсов планеты. Кто-то и вовсе при создании рисунка вдохновлялся собственным примером. В своей жизни то, что я берегу энергию, включаю здесь свет, я изобразила, что нужно беречь энергию, как я ее берегу. Именно на такой результат и рассчитывали организаторы. Каждый год надымские газовики поддерживают Всероссийский фестиваль «Вместе ярче». К экскурсиям на промыслы и урокам в экопарке теперь добавлен новый формат. Старшеклассников мы можем охватить экскурсией. Детишек возраста такого школьного мы можем охватить походами в экопарк. А вот совсем маленьких, что им предложить? Вот мы придумали конкурс детских рисунков, чтобы они в таком виде освоили вопросы энергосбережения. В итоге дать разгуляться творчеству смогли юные художники любого возраста. Каждый раскрыл тему в силу своего понимания. Немалая часть призовых комплектов отправится в Пангады. Рекордсменами по количеству заявок стали дети работников Медвежинского газопромыслового управления. Анна Пирогова, Сергей Чирков, Юрий Федорин. Телевидение «Газпром. Добыча на дым».